Безопасность на улице, безопасность дома. Учебный год закончился, впереди у школьников целых 3 месяца каникул. Время отдыха и прогулок. Во дворце детского и юношеского творчества ребятам напомнили о том, что летом тоже нужно быть начеку и помнить о правилах безопасности. Квест игра у нас в этом году более 500 человек. Школьников, которые будут, которым мы напомним про правила поведения на воде, в лесу, на дороге. Дети будут знать, как себя вести дома в отсутствии родителей. Игра получилась масштабная, этакий захватывающий курс ОБЖ буквально за час с небольшим. Все в интерактивной форме, загадки, игры и конкурсы. Школьникам рассказали о том, как вести себя на дороге, как не потеряться в лесу и что делать, если вдруг заблудился, о безопасности в сети интернет и о том, как обращаться с электроприборами. Электрический ток не виден, не слышен, не имеет запаха и вкуса, поэтому дети часто не знают, какая опасность их может подстерегать. Основное правило – это, конечно, не приближаться к энергоустановкам, не лазить на энергообъекты, не залезать в трансформаторные подстанции. А также дети очень любят играть, и если у них попадает куда-то мяч, они могут залезть за ограждение, где написана табличка «Не влезай, бьет». Мы им рассказываем, что ни в коем случае этого делать нельзя, нужно позвать взрослых. Несмотря на то, что ребята за время квеста изучили многое, родителям рекомендуют каждый раз, оставляя свое чадо дома или отпуская гулять, напоминать ребенку об осторожности. Она никогда не бывает лишней. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.